Компактный 6-дюймовый ридер с операционной системой Android на борту. Сегодня познакомимся с электронной книгой Onyx Books POP 4 Lite в черном цвете. В комплекте с ней прилагается зарядный USB-кабель и пользовательская инструкция. Также можно отдельно приобрести чехол с магнитным креплением. Читалка выполнена в пластиковом корпусе размерами 15 на 11 см, толщина чуть больше 7 мм, а вес чуть больше 150 граммов. Экран построен на базе технологии e-Ink-карта, обладает диагональю 6 дюймов, разрешением 1024 на 758 пикселей и фирменной двухцветной подсветкой Moonlight 2. Обратите внимание, что у этой модели нет физических кнопок для перелистывания страниц и управления. Взаимодействие с книгой полностью сенсорное. Единственная физическая кнопка для включения и выключения устройства находится на верхнем торце корпуса. На нижнем торце расположен порт Type-C для зарядки и подключения к компьютеру для копирования информации. Задняя крышка, как и лицевая панель, выполнена из черного матового пластика с soft-touch покрытием. Теперь поговорим о функциональности. Reader работает под управлением операционной системы Android 11 версии. Тут установлен 4-ядерный процессор, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ постоянной памяти. Из беспроводных интерфейсов пользователям доступны модуль Bluetooth и двухдиапазонный Wi-Fi. Прямо из коробки на устройстве предустановлен большой набор приложений, не только удобный ридер для чтения электронных книг, но и специальный браузер, аудиоплеер, галерея, календарь, словарь, а также приложения для беспроводной загрузки книг и фирменный магазин Onyx Store. Под конец отметим аккумулятор, емкость которого составляет 1500 мАч. Это немного по сравнению с аккумулятором смартфона, но для электронной книги, у которой экран расходует заряд лишь во время обновления изображения на экране, это вполне нормальная емкость. Если использовать ридер по прямому назначению, то одного заряда вам хватит на прочтение нескольких книг.